Детский смех в стенах Дворца культуры «Родина» слышится нередко. Вот и сегодня актерская команда ДК занимается с 30 юными химчанами. Игры, викторины, чаепития – не просто хороший досуг для малышей, а способ научить их общаться между собой и узнать что-то новое. Георгий Сухоруков – инициатор интерактива «Среда развлечений». Пишет сценарий и каждый раз сам принимает участие. Досуг у детей должен быть занят не только насыщением, но еще обучающим фактором. Потому что дети, когда приходят, мы как раз учим. Понемножку учим, даем те основы общественного поведения, как себя вести в обществе, как общаться с людьми, как вообще быть человеком. И вот потихоньку мы из обыкновенной публики, из обыкновенных людей делаем нормальных, замечательных человеков. Сегодня праздник посвятили Международному дню доброты. Ему уже более 22 лет, появился в Японии. Но и у нас на родине явление доброты культивируют, в том числе среди детей. Так что же такое доброта, по мнению юных химчан? Это когда один человек делится с другим человеком чем-то добрым. Это когда все добрые. Это то, что другой человек дружит с другим человеком. Когда все дружат и дарят друг другу добро. То есть они угощают друг друга, делятся. Занять детей на часок-другой с пользой может любой родитель. Такие интерактивы пройдут еще в середине декабря и января.